13 километрах от центра находится самый большой мемориал, который называется «История Грузии». Еще его называют грузинский «Стоунхендж». Состоит он из 16 колонн, из меди и бронзы, высотой 35 метров. Я 4 раза была в Тбилиси и ни разу не посетила этот мемориал. Но Вахтанг нас туда привез, потому что это действительно зрелищно. И так же, как я, почему-то очень мало людей, которые посещают Тбилиси, доезжают до этого мемориала. Хотя, когда ты туда попадаешь, ты начинаешь осознавать всю смысловую нагрузку этого монументального ансамбля, которая очень велика. А масштабные размеры впечатляют. Не в нижней части сюжеты из Библии, в средней значимые люди Грузии. Поэты, певцы, художники, святые. А вверху бытовые сцены. Когда вы попадете вовнутрь этого сооружения, вы осознаете, создатель этого творения – известный тбилисский гений Зураб Церетери. Очень ветрено, но обязательно к посещению. Рекомендую. Ребята, мы оказываем все виды консультаций по Грузии. Если вас интересует Грузия, въезд в Грузию в условиях пандемии сейчас – мы консультируем и завозим по бизнес-приглашению, по фрилансу, покупка недвижимости, аренда недвижимости. Все, что касается Грузии, обращайтесь, пишите, звоните. Да, оставляем телефоны. Если кто-то интересуется, подписывайтесь на наш инстаграм-канал. Внизу под этим видео будет ссылка. Каждый день в инстаграме мы выставляем ролики. В ютубе надо будет время, чтобы обработать ролик, поэтому не каждую неделю даже выпускаем ролики, но стараемся.
А в Инстаграме у нас в сторисы каждый день. Поэтому пишите нам в Инстаграм, пишите нам в Ютубе, задавайте вопросы, мы будем рады вам помочь. Приезжайте.